поздравляю с победой. Поделись своими первыми впечатлениями от сегодняшнего матча. Ну, во-первых, всех поздравляю с победой, болельщиков. Вот, игра была непростая, как в принципе и все матчи. Вот, ну, результат закономерный, я считаю. Вот, полностью проиграли команду Калуги. Вот, ну, надо отдать должное, тоже команда Калуги. Неплохая, в принципе, команда. Ну, наши ребята оказались сильнее. Вот, и в итоге закономерный результат, победа. Насколько тяжело сегодня оказалось вратарю «Факела»? Для вратаря, я хочу сказать, что это очень самый тяжелый матч, я, наверное, хочу сказать. Потому что постоянно нужно находиться в напряжении. Не так много работы, потому что защитники справляются, надо дать должное ребятам. Немного ударов, и каждый момент может быть роковой. Поэтому 100% концентрация должна быть в каждом моменте. Самые тяжелые игры вот такие для вратаря. Ну, в этом, наверное, и класс вратаря проявляется. Да, что, наверное. Вот. Так что поздравляю еще раз всех с победой. Вот, закономерный результат. Всем спасибо большое. Саша, а мы тебя поздравляем с очередной игрой на ноль. Надеемся, спасибо что большое. В том же ключе и продолжим. Спасибо большое.